Наследнику и внуку одного из основателей компании Red Bull, производящей энергетический напиток, грозит арест. В 2012 году Тает сбил на своем Феррари бангкокского полицейского и скрылся с места происшествия. Все это время молодому человеку, ведущему роскошный образ жизни и проживающему в Лондоне, удавалось скрываться от правосудия. Однако в четверг прокуратура объявила о том, что дает мужчине последний шанс. Если он не явится на опрос сегодня, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.